Добро пожаловать домой, друзья. Это Ведьмак 3. Дикая охота. Меня зовут Шустра. Здравствуйте, солнечный камень. Мы находимся в логове безумного. Не, кто ты там? Короче, логово безумного. Да. И нам нужно поговорить с Мышавуром. Хорош. Заточились. Сохранились. Лугас безумный. Он ярл, точно, точно. Да все, все, господи, задолбали. Стану на колени перед Крайтом. Никогда, понимаешь? Но до этого же стоял. Лучше с черными. Да я с призраками из Морхюга лучше побратаюсь, чем позволю Краху править Скеллиге. А что твои люди? Они пойдут за тобой, когда все ярлы назовут тебя предателем? Ты на моей земле, друид. Попридержи язык. Хочешь, чтобы нильфгаардцы тебя на трон посадили? Это ты лаешь, прежде чем укусить? Крах прислал тебя по мою голову? Ну так попробуй ее забрать. Взять их! Эй! Камон! Я вырву тебе яйца, ты! Руки пройди! Нифига, как он посохом его долбит! Он его убил! Это даже не я! Это даже не я! Нихера себе он могёт! Подожди, мне нужно, во-первых, починить мечик. Угу. У него что-то, кстати, есть. Блин, ладно. Подожди, я хотела бы облутать. Все, денежка. Так, куда ты там? Ну, он просто перебил всю деревню, фактически. Это не я убила Лугаса Безумного. Не я. Кто бы говорил. Аккуратно, Мышавур! Ну, все. Лугас безумный. Здесь нельзя оставаться. Лугаса безумного больше нет, в земле никто не правит, и никто больше не будет возникать против правления краховых детей. Да уж. Нам долго еще идти, слушай. Типа, ты старый, ты не ускоряешься, да? Деревня Гольмштайн. Ну. Пойдем. Здесь нельзя оставаться. Уве. Уве. Уже. Угу. Погодите, погодите. Уве, уве. Это и правда смешная. Чем отличается?
Да, Геральт. Как видно, ни одна заварушка на Скеллиге не может обойтись без твоего участия. Вовсе нет. Я довольно много пропустил. Дитя Краха сидит на троне благодаря тебе. А теперь ты, похоже, разжег маленькую гражданскую войну. С давних пор корону Скеллиге добывали, проливая кровь. От обычной политики это кровопролитие отличалось только масштабами. Однако резня во время пира в Каэртрольде была совсем другим делом. Ее итогом стал очередной ведьмачий заказ, который быстро перерос в расследование. Расследование, которое в результате дало островам Скеллиге новую королеву. Ой, блин, меня от этих заставок прям мурашками пробивает. Они такие клевые, только тихие. Клан Друмонд ударит быстрее, чем мы рассчитывали. Я думал, Крах послал тебя хоть как-нибудь сговориться с Лукасом. Сговориться? Только Крах верил, что это возможно, когда дело зашло так далеко. Значит, я не слишком нарушил твои планы? Нет, в этот раз нет. Смерть Лукаса много изменит. Его двоюродный брат, который станет ярлом, слабый предводитель. Он глуп. Такая война быстро начнется и быстро закончится. Но зачем ты вернулся на Скеллиге? Как дела у Келис? Она была бы прекрасной королевой, если бы смогла выйти из тени Краха. Все, кроме Лукаса, ее поддержали. Но едва на горизонте появились корабли Императора, Ярл взял дело в свои руки. Ах, Ялмар? Он провел 3 набега на императорский флот. Все вопреки воле Краха и все неудачные. И он еще находит добровольцев на следующие. Он за ней не сдается. Очень на него похоже. Ты знаешь что-нибудь о Солнечном Камне? Если верить легендам, он где-то на Скеллиге. Сперва маска Урабороса, теперь Солнечный Камень. Чудовища могут спать спокойно, раз ты стал искателем сокровищ. Я эльфами, а Эн Сида никогда не интересовался. Но есть один скальд, Эйвинд. Он, вероятно, тебе поможет. Он как-то рассказывал о недоступной пещере или развалинах. Где его найти? Сегодня? В Оренбьорне, без сомнения. Еще порасспроси ловцов жемчуга, Матиоса Рыбьи Жабры и Эрлинга. Последнее время они ныряют у мыса над заливом с восточной стороны. Рыбьи Жабры? Так его прозвали, потому что он часами может оставаться под водой. Как так? Никто не знает, как он это делает, но у меня есть кое-какие подозрения. Вижу, ты от него не в восторге. Ничего личного. Его отца и деда я тоже терпеть не мог. Вот еще что, Геральт. Предки Матиаса и Эрлинга еще 100 лет назад там бы все растащили. Если бы не магические барьеры. Возьми с собой чародейку. Ты же прихватил с собой хоть одну? Целый Голиаф. Даже нескольких. Да хранят нас боги. Поговорить с бардом по имени Эйвинд и найти ловца жемчуга и поговорить с ними. Хорошо. А чё по быстрому телепорту? Давай сюда хотя бы. Платва! Давно не виделись, моя лошадка. Ой, ты моя бедная, застряла в деревьях. Да господи Иисусе, как сложно здесь пройти на лошади. Так, один здесь. Другой здесь. Ну, погнали. Выхода у нас особо нет. Значит, нам надо с ними поговорить. Он скажет нам, что там есть магические барьеры. Мы пойдем на корабль, возьмем кого-нибудь и пойдем.
Наверное. Касатка, блин. Я прочитала котлетка. Не судите строго. Не понял. Я поняла. Мое почтение, ведьмак. Я шла не туда. Это ты. Наверное. Нет, щитница. А так красиво стоял. Не сейчас. Почему? Высматриваешь Нильфгаардский флот? Флот? А, да. Что-то там говорили, но у меня есть дела поважнее. По моим расчетам выходит, что именно сегодня легендарный белый кит Геворг пройдет у берегов Скеллиге. Я ждал этого всю жизнь. Нафиг тебе нужен? Что это за кит? Он должен появиться, когда призраки сойдут с небес в волны, змей разбудит гнев моря, а ледяное чудище пожрет остров. Я буду первым бардом, который сложит о нем песни. А проклятие черного солнца в легендах ничего нет? Черное солнце? О чем это ты? Неважно. Давай высматривать его вместе, а ты заодно расскажешь, что знаешь про эльфские руины на Скеллиге. Есть какая-то пещера, до которой никому не удавалось добраться. И хорошо, что не удавалось. Иначе ее давно бы уже разграбили, как и все остальные. О-па-па. Эйвент! Да? Я хотел тебя уверить, что собираюсь осматривать пещеру исключительно в научных целях. Научных? Я пишу работу по истории эльфов Айн-Сиды под руководством Мышавура. Мышавура? Он никогда не интересовался эльфами холмов. Я вижу тебя насквозь, грабитель. Ничего тебе не скажу о пещере, хоть режь меня на куски! Сегодня точно. А где... Я не знаю, где мы сохранялись. Не знаю, где мы сохранились, поэтому... Главное, там же можно было типа сказать, смотри, я думала, это поможет. А это не помогло. Да, ну давай уже, плыви, господи Иисусе. Нашего коса на камень. Да плыви уже! Твой на память цвет. И не страшно им ехидно. Наша коса на память. Так. Нет, не под... Нет! Вот так. Еще можно сдаться. Не, вряд ли. С кем вот этот он? Что, драться расхотелось?
Ну, как-то так. А, он на кого-то все-таки напал. Там еще какой-то трупик был. Вжух. Вжух. Он пошел плавать, да, наверное, уже? Похоже, это лодка ловцов жемчуга. Ой. Значит, без ныряния не обойдется. Не просто же так его прозвали рыбьими жабрами. Блин, я себе засрала все. Блин, я нихера не вижу. Слишком темно. Ой, светло. Ну тут как бы вход есть. Наверное, нам туда. Нет? Шум какой-то, пойдем туда. Ну, думаю, здесь уже можно глотануть. Гляди, Эрлинг, говорил же я, что мы еще не закончили. Этого вон даже вылавливать не придется. Ты глупый. Не видишь, это ведьмак. А чего ведьмаку здесь надо? Это же ваши люди. Я не знал, что на Скеллиге есть обычай грабить павших воинов. У тебя глаз нет? Какие ж это наши? Это те молокососы с Фарер. Пошли на черных в два дракара, рыбьи мозги. Вы порядком рискуете. А что? Ты нам угрожаешь или как? Да при чем тут я? Под водой я слышал, как рычат чудовища. Почуяли кровь, должно быть. Я ничего не слышал. Простые люди такого не слышат. А когда услышат, уже слишком поздно. Пойдем-ка отсюда, Матиас. Вы хотя бы тела семьям отдадите, когда закончите? Правду говорят. Мутанты высоких чувств лишены. Ты на них погляди. Думаешь, их возлюбленные жены и матери хотели бы увидеть их в таком состоянии? Их похоронит море, и все дела. Вы, кажется, знаете что-то про эльфские руины на Скеллиге. Это кто сказал? Мышавур. Хм. Ты же не скажешь ему, что ты сегодня видел, правда? Может, и не скажу. Эльфские руины, значит? И что ты хочешь узнать? Друид говорил про какую-то пещеру, до которой вам не удалось добраться. Где это? На восток, от Каэр-Трольде. Попасть туда можно только с моря. Мы больше ничего не знаем. Если это все, мы бы лучше вернулись. Я бы так и сделал на вашем месте. Отлично. Супер. Что это такое было? О боже, потерпите немножко. Поговорить с... Ну почему с Йеннифер, а можно с Трис? Пожалуйста. Лодки нету? Лодки нету.
Вообще нету. Ладно, пойдем на маяк тогда, телепортнемся. Куда поближе. Ну, плотва ты даешь. Ну, конечно. Ну, куда? 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 Стой, окаянная. Но. Да, прыгай, давай. Вперед, плотва. Тихо, тихо, тихо. Тихо, спокойно, давай. Ядрить тебя, бога душу мать, нихера не вижу. Да ёб твою мать. Стоять! Да не тебя, сука! Хорош. Не прекратите на меня нападать. Так, порт. Почему с Йеннифер? Можно пойти с Трис? Ну, пожалуйста. Это куда интереснее идти с любимой женщиной. Это сейчас, чем потом все время ждать ножа в спину. Похоже на легкую манию преследования. Тебе не обязательно с нами идти. Я и не собиралась. Идете куда-то? Цири говорит, что нам надо взглянуть на одно место на Скеллиге. Похоже, Авалак что-то от нас скрывает. Когда мы вместе были на островах, Авалак упоминал какую-то лабораторию. Ему надо было туда телепортироваться на минуту, чтобы что-то забрать, и он не захотел брать меня с собой. Странно он тогда себя вел. Довольно подозрительно. Ну, пойдем, сходим. И что, вы собираетесь просто пробраться туда и пошарить по углам? Да. Пойдешь с нами? Конечно. Хорошо. Где это? На маленьком острове между Ундвиком и Спикеровым. Придется сделать крюк. Я выяснил, что солнечный камень может быть в гроте на Артскеллиге со стороны моря. Куда ты пошла? И там мне потребуется магическая помощь. Идите ищите лабораторию, а я осмотрю Артскеллиг. Потом, если хочешь, присоединяйся ко мне. Ты минуту назад говорил, что пока не привыкла к магической симуляции зрения. Разве? Я и забыла, как она умеет выводить меня из себя. Пойдем, Цири. Мы будем ждать тебя там. Отправиться на остров, где находится лаборатория Авалак. Ходить о старшей крови задание. Найти солнечный камень, забрать Фингюльта с пиратского корабля, узнать, что скрывает Авалак. У тебя есть невеста? Весть.
Так, побережье полегали. Побережье полегали. Мы сегодня полегали. Булькова, да. Если вход так хорошо защищен, мы наверняка найдем там что-то интересное. Ну что, обличающие письма, шкафы, забитые скелетами. Мы даже дверь пока не открыли. Это сложная магическая блокада. Попробуем. Каякар Лиген! Мы разбудили стража. Я им займусь. Ай, как ты попал? Молодец. Идем. Так, почему нельзя сохраниться? На лабораторию не похоже, тут довольно уютно. Это ни о чем не говорит. Давай осмотримся. Все-таки как-то низко рыться в его бумагах. Ты сама хотела сюда прийти. Это должно быть портрет Ци. Нет, это не я. Шрама нет. Да нет, ты, точно ты. Хорошо подмечено. Ты уверена, что Авалак интересуется тобой только из-за твоих способностей? Очень смешно. Думаешь? Ну, столько портретов. Не знал, что он любит сладкое. Использовать мое чутье, поговорить с Йеннифер. Я чувствую себя так, будто вошел в спальню. Только не говори, что там целая ее фигура. Воу. Воу. Родословная. Вот это да. Генеалогическое древо АНХНХР старшей крови. От Лары Доран. До меня. Ты никогда не показывал мне полной версии. Я не знала, что Ведьмонт Эзаидирна тоже был моим предком. Это который наказывал дочерей раскаленной кочергой, или который приказал ослепить собственного отца? С дочерьми. Полной версии я и сама не видела. Похоже, Авалакх исследовал все линии гена Лары. Даже те, которые мы считали исчезнувшими. Только исследовал? Зная наших чародеев, я сомневаюсь, что он просто стоял и смотрел за потомками Лары. Вряд ли мы узнаем, какую роль в генной мутации сыграли эльфы. Ты имела что-нибудь общее с тем, о чем говорил Геральт? Что чародеи... Конечно же, нет. Посмотрим его заметки. Боги, он работал над этим почти 200 лет. Это он первым исследовал ген Лары. Фалька, здесь есть заметки от Цири. Типа он ее вывел? А вот уже интереснее. Он пытался получить комбинацию генов, как у Цири, только исключив человеческую линию. Это как? Думаешь, где-то спрятаны огромные банки с моими братьями и сестрами?
Не глупи. Так далеко он никогда не заходил. Очевидно, все его эксперименты были неудачными. Ты уникальна. И поэтому теперь за нами гонится дикая охота. Посмотрим. Может, найдем еще что-нибудь интересное. Эльфы знают толк в запахах. Обычное зеркало. Я-то думал, это скрытый портал. Ты кто? Как вы сюда вошли? Кто ты? Не твое дело. Убирайтесь отсюда. Ты была в Тирнеля. Невероятно. Я думала, для вас все эльфы выглядят одинаково. Если ты ищешь Авалакха, его здесь нет. Я знаю. И все равно пришла сюда, чтобы порыться в его вещах. Мало он старается, чтобы уберечь тебя каждый раз, когда ты делаешь какую-нибудь глупость. Да что ты об этом знаешь? Вполне достаточно. Он много о тебе говорит. Например, что? Не понимаю, как он мог разглядеть в тебе черты Лары. Это же все равно, что пить воду из грязной лужи. Ротик-то придержала бы. Но я догадываюсь, что это как-то облегчает ему выполнение задания. Какого задания? Думаешь, он связался с тобой из удовольствия? Даже мне от твоего вида делается нехорошо. Невероятно. Почему-то эльфы вроде тебя всегда уверены, будто они лучше людей. Она не человек, а полукровка-выродок. И мы вынуждены использовать ее. Это так унизительно. Еще одно слово и... И что? Ты ничего не изменишь. Пусть она делает свое дело, а потом Авалак наконец избавится от нее. Если он настолько меня ненавидит, почему он не сказал мне это прямо в лицо? Авалак для тебя так важен? При чем здесь это? Если они так меня презирают, то пусть оставят в покое. Что? Цири. Ну что, боишься, что я сейчас все разнесу, как в Каэр Моргене? Жаль, я не могу сделать этого по своей воле, а то бы я с удовольствием. Yeah.
Ну, боже мой. Ну давай, да сними же этот портрет. Ну, так-то лучше. Идем отсюда. А я бы вот этот портрет. Браво, Йеннифер. Ай, браво. Встретить Цири вне лаборатории. Может, это было не лучше. Да ладно тебе. Нам сразу нужно на корабль. Ты хочешь еще что-то посмотреть? Не здесь, на Хиндерсфиале. Я познакомилась в Лафотене с одним парнем, с Киалем, и хотела бы... Что случилось? Цири. Он умер. Дикая охота. Все? Никто не выжил? Скияль погиб позже. Ты уверена, что это был он? Ты встречалась с ним? Я была там и видела его тело. Ты сходишь со мной на его могилу? Я хочу хотя бы попрощаться. Да. Я пойду с тобой. Спасибо. К тому же Йеннифер не давала нам Можешь его похоронить. Можешь открыть нам портал на Хиндерсфиаль? Могу. Ну, идем. Только не задерживайтесь, хорошо? Угу. Пока. Хороший парень. Мне нравился. Помог ей. Стоит того, чтобы хотя бы просто постоять у его могилы и помолчать. Давай посмотрим, могила должна быть совсем свежая. Спасибо, что пришел. Не люблю я ходить по кладбищам, особенно одна. Я тоже не люблю кладбища. Почему? Они напоминают мне о работе. Я никогда не был на кладбище просто для того, чтобы навестить чью-то могилу. Вечно охочусь на каких-нибудь гнильцов. Знаешь... Лучше бы я пришла сюда с ведьмачьим заказом. Лассе, сын Ньорда. Олаф, сын Уве. Инге, дочь Тротнера. Труса надо искать. Холера. Его здесь нет. Нет могилы Скиаля. Геральт, я не уйду отсюда, пока не похороню его. Подумай. Что могло случиться с телом? Его не сожгли. Так хоронят королей и героев. Сомневаюсь, чтобы его оставили лежать в саду. Ах, ублюдки. Что? За деревней есть такая яма. Туда сбрасывают овец, павших от ящера. Ночью крабы объедают их до костей.
Что вы здесь делаете? То, что вы должны были сделать уже давно. Хороним Скьяля. Вы хороните труса, вопреки решению старейшин. Уходите отсюда. Вы попираете наши законы. Не ори, а то сейчас понадобится копать вторую могилу. Как вы можете его защищать? Место труса в канаве. Скьяль вам жизнь спас. Дикая охота гналась за мной. Если бы Скьяль не увел меня, от Лафотана вообще ничего бы не осталось. Чего это призракам может понадобиться от какой-то девки? Ты ж... Я не какая-то девка. А тот, кто хоть пальцем тронет эту могилу, в этом убедится. Могилу никто не тронет. Единственное, что старейшины наказывают суровее, чем побег с поля битвы, это осквернение могил. А то, что ты сказала, не знаю, правда это, нет. Пусть Скьяля судят боги. Хорошо, что мы сюда приехали. Ты не представляешь, как это мучило меня. По крайней мере, они не будут поливать грязью его имя. Угу. Пойдем отсюда. Возвращаемся на корабль. Угу. Ну, интересно, будет ли разговор с Авалакхом? Нам теперь надо присоединиться к Филиппе. Покровом темноты пробраться незамеченным на корабль. У тебя есть минутка? Конечно. Мне... Ладно, потом поболтаем. Ну-ка, нельзя поговорить? Мы тебе. О-во-во-во-во, не тушься. Мы осмотрели твою лабораторию. Не сомневаюсь. Зачем вы вообще туда пошли? Могли бы просто спросить меня. И ты рассказал бы нам все о том, как забавлялся с геном старшей крови. Я не утаивал от вас ничего, что могло бы пригодиться в битве среди, что до старшей крови. Все вы отдаете себе отчет в том, что Цири уникальна. Просто я единственный, кто знает, насколько. А может, ты просто помешан на ней? Я? Да, Геральт? Хм. Мы тут заглянули в твою... Надеюсь, вы не перевернули там все вверх дном. И не говорил, что именно благодаря тебе эльфы Айн Эйли столько знают о возможностях Цири. Я о многом не говорил. По счастью, сейчас это уже не имеет значения. То, что ты ставил эксперименты с генами старшей крови, не имеет значения? Я проводил эти исследования, чтобы защитить Цири. И всех, в чьих жилах течет кровь Лары Дорн. Мы встретили кое-кого в твоей лаборатории. Да? Эльфку, которая утверждала, что ты ненавидишь Цири. И как это вяжется с тем, чтобы защищать ее любой ценой? Никак. Хм. Ты же не ждешь, что я сейчас раскрою тебе всю мою душу? Прощай. Да уж. Ну что ж, под покровом ночи, на самом деле, не подготовка к битве. Забрать Фрингилию от корабля... Встретиться с Филиппой среди эльских руин. Я бы начала выполнять это задание, но приступила к нему уже в следующей серии. Спасибо, ребят, что вы были со мной в этой. С вами была Шустра. Увидимся пока. Берегите себя.